Сьогодні ми будемо робити зарядку для синхронізації двох півкуль нашого головного мозку. Саме це пообіцяла нам сьогодні ранкова гостя Оксана Шевчук, інтелект-тренер. Доброго ранку. Доброе утро. Сегодня мы с вами сделаем очень важные упражнения, которые помогут нам запустить работу нашего мозга в новое направление. Это синхронизация полушарий. Для этого мы будем использовать пальчиковую гимнастику и опять же немножечко попишем. Ну что ж, починаємо? Ну, как обычно, я хочу предложить начать с небольшой разминки наше занятие, да, потому что очень важно все-таки включить синхронизацию межполушарной связи, чтобы заработали лучше. Для этого мы с вами сделаем небольшую зарядку. Это будет пальчиковая гимнастика, ну и немножечко попишем. Хорошо? На початку тижня після вихідних це те, що треба. Я думаю, що наші глядачі подякують нам за цю зарядку, якщо, звісно, зможете її зробити. Отлично. Ну, давайте попробуем. Начнем с простого, Галин. Возьмем наши ручки, да, как я уже сказала, пальчиковая гимнастика. Поставим их впереди, да, два кулачка. И теперь меняем попеременно. Одна ручка направляет ладошку в сторону одного кулачка. Это нескладно. Это нескладно. И так. Вторую. Поменяли. Попробовали. Раз. Вышло. А теперь изменим. Это уже складнейше. Поехали. Два. Раз. Два. Но у меня вышло. Все очень просто, да? При этом, когда мы делаем такое упражнение, у нас происходит, включаются два полушария. И это, музыку можно работать? Это даже нужно делать. У меня есть такая, да, легкая музыка, я делаю с детьми это у себя дома. И очень здорово, да, это очень весело, повышает настроение. Хорошо, давайте потрем наши ладошки. Как называется это вправо? Можем назвать давайте как угодно. Давайте назовем. Да. Давайте, да, мы что мы можем же сказать? Навчені, так? Да, да, как мы назовем, на что у нас похоже? Клювики. Так, дзьобики. Дзьобики, да? И что-то мы клюем, точно. Особенно, если еще и вот так сделать, да? Может быть, так, дятел. Мои дзьобики ще загубились. Дятел бьет о дерево. Це не так і просто, як здається. Да, хорошо. Теперь мы заканчиваем это упражнение, переходим на следующее. Сделаем упражнение колечко. Две ладошки, большой и указательный вместе соединяем. Поединали. Да, и здесь большой указательный. Давайте так. Сначала одинаково сделаем. Теперь меняем пальчики указательный, средний, безымянный, мизинец и назад. Просто с какой метой мы проводим ось вправо? Опять же, я повторюсь, да, что так. Эти упражнения, они позволяют включить нашу работу мозга, да, то есть синхронизировать работу полушарий, потому что обычно у нас одно полушарие, как, ну, как мы знаем, да, отвечает за логику, другое за творчество. Человек наиболее получает высокие результаты, когда у него одновременно работает, синхронизируется работа полушарий, то есть не перекладывается на какое-то из них больше. Творчество за законами логики, а логика за законами сприяет творчеству. Да, вот есть ошибочное мнение, что надо развивать только одно, думать только творчество. На самом деле центры в разных полушариях отвечают и за творчество, и за логику. Поэтому очень важно, чтобы это происходило вместе синхрон. Оксана, говорите, я не сиджу без дела, я працюю. Отлично, давайте мы вам усложним задачу. Теперь мы делаем следующее упражнение. Большой и указательный, а на второй руке, на левой руке, например, большой мизинец. И то же самое. Так. Пошли вправо, влево. Ну, це я можу. Отлично, супер. Я вже прокинулася, зарядку зробили, так? Дзьобики зробили. Дзьобики, да, дзьобики, зарядка, супер. Хорошо, закончили упражнение. Теперь сделаем последнее такое, да? Две ручки поставили вместе. Значит, так, два пальца на одной стороне. О-о. Так, есть? Тут пистолетик, тут у нас собачка, да? В детстве играем. Пистолетик, собачка. Угу. Угу. Все, теперь поменяли. Ще змінювати? Да. Так, оце ви мене заплутали. Раз, два. Поки сложно, мої це хорошо. Мої півкулі ще, мабуть, сплять. Пока сложно, хорошо. Когда начинаешь уже делать достаточно на быстро, автомате, это значит, что уже да, что мозг уже мозг привык, звык. И нужно ему делать какую-то более трудную какую-то нагрузку. Ну, то же самое, как физические упражнения. Когда ты приходишь в зал и начинаешь делать, сначала очень трудно, но это происходит большие изменения в этот период. Потом... мозг зараз активно працює. Активно. Ему дуже складно. Отлично. Супер. Сейчас мы ему давайте працює. Еще поможем. Галина, все, можете заканчивать. Да, потерли, расслабили ручки. Теперь я попрошу вас взять листик и две ручки в руки. Да, они одинаковые, специально вам дают две одинаковые руки, ручки. И сейчас мы с вами еще и порисуем. Это очень простое упражнение, которое позволяет нам что сделать? Опять же, включиться правой рукой в две ручки, в разные руки. Да, правой рукой мы нарисуем круг, а левой рукой мы нарисуем треугольник. И сделаем это одновременно. Угу. Пробуем. Так, зараз передаю вітання вчителю з геометрії. Замечательно.
Отлично, у нас будет круглый треугольник и квадратный. Він не пише. Ну, вы видите, да, что происходит? Так. То есть мозг пытается включить зеркальные нейроны, и чтобы фигуры были максимально одинаковые. То есть, але я там... старалася, зараз я покажу, що в мене вийшло. Люди, якщо ви спробуєте це зробити, і у вас вийдуть ось такі їжачки, то знаєте, що у мене теж вийшло так само. Но это только первый раз. Это только первый раз, потому что если вы будете практиковать это упражнение регулярно, у вас будет все получаться. Вот. То есть вот здесь как раз и происходит сильно большая такая работа. Так, потому я что... вперта, я хочу, чтобы у меня вышло. Конечно. Есть такое упражнение, можно не только рисовать, можно делать геометрические фигуры. Трикутник більш трикутний, а коло більш круглое. Уже більш круглое, да, все верно, очень здорово. Тільки невеличкий хвост, так, еще один раз. Как только станет пробую. Получаться хорошо, меняйте фигуры, добавляйте другие. Это... Ага, тобто мета не для того, щоб вийшло. Научиться хорошо, а малювати, мета для так? того, щоб, да, тут цель в тому, щоб розвиватися, вот, постійно мати вот это напряження. Можу похвалитися вже, ось так вийшло, якщо видно. Особенно середній, да, такий прям класний варіант. Ну да. Ну, очень приятно достичь, да, результата такого. Точно так же, как спортсмену, да, когда он сначала один раз отжимался, потом два, потом три, потом уже такая победа, 10. Ну, потом уже 10 он делает легко, да, и каждое маленькое движение вверх, это уже ну, такой вот сверх результат. Потрібно робити трошки більше, ніж те, що ти можеш. Точно. Для того, щоб досягнути якогось результату. Такого результату, да. Хорошо, Галин, ну що, ми з вами немножечко розмялись, зробили розмінку, як в любой тренировці.